Знакомьтесь, Марк Андриссен. Предприниматель, новатор, основатель компании, свободный инвестор и инженер-программист. Он родился в 1971 году в Сидар-Фоллс, штат Айова. Имеет степень бакалавра по компьютерным наукам Иллинойсского университета в Урбан-Шампейне. Он дважды был интерном в IBM в Остине, штат Техас. Затем работал в компании AIX Graphics Software и компании NCSA. Позже он стал соучредителем компании Netscape, но более широко он известен как соучредитель Mosaic, первого графического браузера. Браузер был очень популярен, но позже потерял лидерство, уступив место другим гигантам индустрии. На базисе Mosaic основаны Mozilla Firefox и Microsoft Internet Explorer. Андриссен является сторонником биткоина и криптовалют. Его венчурная компания Andreessen Horowitz инвестировала более 227 миллионов долларов в стартапы, связанные с биткоином.